В честь праздника Дня защиты детей возле стоматологической поликлиники состоялось мероприятие «Урок здоровья». Медицинские работники из Республики Башкортостан и красноярские стоматологи провели для взрослых и маленьких жителей города представление. Детей развлекали сказочные персонажи – крокодил, панда, зубные феи, слон, щенок-маршал и птичка Тари. Утром перед сном чистим зубки с волшебством. В белом тюбике зайчонком волшебство одно сидит. Всем мальчишкам и девчонкам чудо-зайчик говорит. Вот сам виноват, почему ты никогда не чистил зубки? Брал бы с нас пример, мои зубки все белее. И он показал, как надо чистить зубы. Его научила его мама. Остатки от пищи, которые долго-долго, годами собирали. Крокодил сказал. Большое спасибо! Сегодня мы отмечаем Международный день защиты детей. Это такой большой светлый праздник. И несмотря на погоду, он у нас проходит ярко и солнечно. В этот день напоминание нам всем взрослым об огромной ответственности за детей, за их безопасность и будущее. Вместе с нашими коллегами и единомышленниками из Уфы мы все стоим на страже здоровья наших детей. Мы боремся за их светлые и счастливые улыбки. Ведь улыбка – это, пожалуй, самое лучшее, что может радовать взгляд. Сегодня, 1 июня, совместно с коллегами краснолучскими, мы провели прекрасный праздник для детей, который не только им подарил радость, но и принес новые знания по профилактике стоматологических заболеваний, по правильной гигиене полости рта, по укреплению своего стоматологического и общего здоровья. Веселые персонажи, наши сотрудники, постарались детям в игровой форме, в театрализированной форме донести простые истины. Дети получили удовольствие, задали вопросы, попробовали на практике на муляжах научиться чистить зубы, получили полезные подарки. И я думаю, что они остались очень счастливы, довольны. И это и есть наша основная задача – принести им радость и счастье. На мероприятии детям и взрослым дарили воздушные шары. Маленькие краснолучане могли посмотреть и потрогать экспонаты. Такое выступление показало детям, как важно следить и ухаживать за своими зубами. Надо чистить зубы вечером и утром. Папа научил меня чистить. Ну, красиво все было, хорошо. Поучительно, что нужно чистить зубы. Достаточно интересно и познавательно, особенно для детей младшего возраста. Зубы желательно чистить каждый день, иначе будет не очень хорошо, придется намного чаще ходить к стоматологу. Чем раз в год. Как говорит медик из Республики Башкортостан, такие мероприятия в их регионе проводятся постоянно. Она выразила надежду, что и в Красном Луче это станет традицией, которая будет показывать подрастающему поколению всю важность заботы о своем здоровье. Наша поликлиника имеет 50-летнюю историю. И, конечно, у нас уже налажена вот эта работа профилактическая, в том числе и традиционные праздники, открытые уроки здоровья. И мы с удовольствием делимся опытом с нашими коллегами. Такие праздники мы проводим ко Дню знаний, День защиты детей. Как нам рассказала главный врач Краснолучской стоматологической поликлиники Ольга Павловна, такие мероприятия тоже когда-то были традицией в городе. Но в силу обстоятельств в последние годы это было немножко позабыто. И мы бы хотели, вот, обменявшись опытом с коллегами, поделиться друг с другом своими знаниями, традициями и возродить вот в Красном Луче вот эту традицию образовательных праздников. Также в честь Дня защиты детей красноярские и башкирские стоматологи провели веселые и познавательные выездные приемы в дошкольных учреждениях. Новости телеканала «Луч».